В северном округе Славянска на Кубани живут прекрасные люди. Они добросовестно работают, содержат в порядке свои дома и приусадебные участки, занимаются общественной работой. Жители приходят на общий праздник, чтобы еще раз увидеть своих добрых соседей и порадоваться вместе за родной город, который хорошеет и развивается. По-семейному тепло и уютно прошла встреча соседей в северном округе нашего города. Счастливые дети, улыбающиеся родители, нарядные бабушки и дедушки. Вот это настоящая атмосфера праздника. С большой радостью отметили его жители улиц 13-го ТОСа. Глава северного округа Михаил Михеев поздравил всех собравшихся. Я хочу вас поблагодарить за благоустройство ваших прилегающих территорий, за воспитание правильных детей. Также хочу сказать, что я рад, что мы возобновили опять праздник Вартова. Пожелать вам хочу я здоровья, мирного неба над головой и всего хорошего. Очень важно находить общий язык, чтобы добрососедские отношения крепли. И этому помогают общие праздники, которые стали традицией. Благодарственные письма, таблички дома образцового содержания и памятные подарки были вручены активным жителям, которые наводят красоту в своих дворах и подают хороший пример всем, кто на них равняется. Горячими аплодисментами были встречены и отмечены на празднике победитель в номинации «Золотое сердце» за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и семьи, которые прожили в любви и согласии много лет. Именно от таких людей зависит хорошая атмосфера в квартале. Также не забыли здесь и многодетные семьи, которые успешно воспитывают детей, стараясь заботиться об их развитии. Хорошие творческие подарки подготовили для собравшихся славянские артисты. На Кубани мы живем. Добрые соседи собрались вместе, пообщались, вспомнили многое из прошлого, поделились с друзьями душевным теплом и радостью. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».